Приветствую, друзья, вас на канале Webplay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving the Aftermath. А точнее, заключительную серию по пятому обновлению Sanctuary, потому что сейчас должно выйти шестое обновление. Там уже начнутся всякие замесы и с бандюганами и всем остальным. Так что, друзья, всем приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, друзья, в предвкушении нового обновления, которое должно скоро уже нагрянуть, они должны были же бы сегодня выйти, но, то есть в связи с этим коронавирусом, наверное, скорее всего, у нас получается что? Отказаться от торговли. Задерживается малейся это все дело. Итак, короче, что мы сделали и что мы сегодня наметили. Так что, так как я поиграл уже в офлайне, чтобы ускорить весь процесс, так как говорится, новое обновление не за горами, скоро должно уже выйти. Новое обновление довольно-таки интересное будет уже, потому что мне кажется, такое ощущение, что разработчики слушают меня и не делают то, что я как-то хотел бы видеть в игре. То есть начинается следующее обновление, выходит про осады всякие разные, монстров, которые будут атаковать наше поселение, и бандюганов, которые тоже будут атаковать наше поселение. Я надеюсь, не надо будет начинать сначала. Я так очень хочу, чтобы... Не хочу, вернее, начинать сначала, потому что, ну, каждый раз одно и то же, да. Итак, что на данной стадии у нас есть, друзья? Что мы сделали, что у нас вообще сделано? Так, я играл в офлайне чуть-чуть, да, я полностью прокачал колонию, заиграл до конца, да. Ну, уже в прошлый раз нужно было... Исследование забил до конца, производство у нас уже в прошлый раз уже было все сделано, да, ну и по пище почти что я закончил, да, да, осталось вот обучение поваров, мы получаем столовую, да, и кулинарный, плюс еще одна ячейка к столовой, так, да что, поехали пока что, сейчас покажу, что я сделал, так, что я сделал, поставил еще парочку ветрогенераторов, поставил еще один молниеотвод, посадил пару полей, это мне ставит поле про запас, да, тут такую вот фишку здесь сделали, да. Построил несколько домов, построил еще один лесозаготовочный лагерь, потому что у нас баня просто нон-стопом работает. С торговлей очень хорошо начал развиваться, то что покупаю, торгуем, все отлично. Начал строить водонапорные башни, то бишь у нас с водой сейчас вообще никаких проблем не должно быть. Поставил еще парочку металлодобывающих предприятий, потому что у нас были экстракторов, вернее, потому что у нас не было... У нас проблемы с металлом возникли, так вдруг, нечаянно, как-то так, не знаю даже, как-то так это получилось, ну да ладно, это не суть важно сейчас. Вот, что мы сегодня наметили? Мы наметили сегодня построить развлекательную сферу, то бишь там игровые автоматы и так далее и тому подобное. Далее то, что еще мы будем заниматься, чем? Ну, по большому счету и построим все постройки, кинотеатры и так далее и тому подобное. Что у нас? Начнем с библиотеки, конечно. У нас металл вроде бы сейчас есть, сейчас надо только найти подходящее местечко для этого всего. Вот сюда как раз, чтобы место не терять, потому что здесь ничего нельзя поделать. Я надеюсь, это в дальнейшем или уберут, или что-то с ним предпримут, потому что сейчас, получается, надо вокруг этого строиться, да, ну как-то беспонтово. Ладно, пока не строят библиотеку, так видите у нас, да, наш естественный приплод довольно-таки неплохо идет, у нас 10 детей, и это только из двух домов, да, двух домов, вот. И у нас вот, видите, дети 10, а уже штук 8, кажется, уже подросло, я точно не помню. Вот, да, ну что еще, еще батарейки я построил, то бишь у нас сейчас про запас довольно-таки много энергии, 38 тысяч, то бишь если будет магнитная буря, по большому счету мы должны продержаться без всяких проблем. А, что еще мы хотим построить сегодня, то бишь что я хотел, планировал построить, мы построим еще сегодня, друзья, личиночные фермы. Для этого нам надо тоже опять выделить место, так, знаешь, что сделаем, друзья, вот так. Можно было бы сравнять, но не хочу равнять с этим положением. Будем выравнивать по этому месту, вот так. Потом тут можем дрова, деревья посадить вдоль, да, и тут пару больниц поставить. А здесь мы, друзья, построим, смотрите. У нас с этой, вроде, проблем нету, но ради того, чтобы у нас были все возможные фермы и так далее и тому подобное, мы построим вот такие вещички. Да. Одну, где еще у нас там, одну такую и тепличку. Тепличку я построю где-нибудь в другом месте. Не знаю даже, куда его сюда можно построить, может быть, не? Ага, тут нету, что-то не нравится. Ладно, значит, теплицу мы построим где-то в этом районе. Вот даже... Даже где-то вот здесь, да? Вот так, например, вот сюда поставим. Ну, тут вроде плодородные земли, не хотелось бы мне, блин, это... Давайте, да. Так, что у нас здесь получается? Можем еще сюда теплицу вбахать? Нет, а как и так? Странно. Ладно, сейчас другое сделаем. Аквена. Теплички, да? Теплички поставим парочку.
Прям за домом. Раз. Два. Отлично. Ну и две личиночные фермы нам больше не надо, потому что каждая будет работать по своей специальности. Там кто-то будет кузнечиков расти, кто-то там что-то еще. Даже может, ладно. Поставим, может быть. Ну, давай три поставим. Хорошо, черт с ним. Это у нас получается 12, 12, 36. У нас еще 8, еще в запас идет энергия. И в противоположную сторону еще, чтобы это было как-то более эргономично. Вот так сделаем. А почему ты не ставишься здесь, дружище? Потому что здесь неправильно поставили, вот почему. Так, иди сюда. Ух ты, аномальная жара. А, ну аномальная жара — это херня. Аномальная жара — это вообще пустяки жизни. А, нет, смотри, он не позволяет, только... А, в связи с баней, дружище, с баней. Отмена, ладно, черт с ним тогда. Значит, так делаем, что делаем. Мы делаем вот такую вещь. Где баня? Так, сейчас проверим, как далеко нам надо заходить, чтобы... Ага, вот так, да. Вот так ты говоришь, да? Ладно, значит, сделаем здесь чуть по-другому. Не нравится мне, что такая дырка здесь получается. А значит, мы эти дырку тебе заставим, дырочку эту. Вот такой вещью. Дабы экономить место. Солнечную батарейку и еще маленькую солнечную батарейку, по идее, должна влезть. Да, отлично. Супер. Дороги, конечно, так. Дороги, значит, так. Мы делаем, берем вот такую тему. А тут у нас как заканчивается, да, вот сюда. Вот это же опять, это что-то такая тупая система. Я могу вот как-то еще тут, наверное, протащить. Да, смотри. Через горку. Там туннель, наверное, будут копать. Скорее всего. Да ладно, это шутка. Так, хорошо, дальше у нас, что у нас строится? У нас строится, уже это пошли будет построено, а вторую скорость надо врубить, а то что-то я по первой скорости лоботаю. А, кстати, еще не построили, знаешь, друзья, мы не построили, где наша тема? Это у нас радар. Радар, это нам нужно. Радар мы поставим вот сюда. Пусть он здесь стоит, отлично. Ну и что тут еще можно, значит, друзья, еще можно сейчас засунуть, сейчас быстренько это все сделаем. Нет, это будет здесь ремонтную мастерскую, потому что это очень хорошая вещь, и тебе не надо париться потом по поводу этого все дела, он будет сам чинить все эти дела. Самое главное, радар, чтобы починил, остальное ерунда. Так, личиночная ферма есть, это все у нас есть. Столовая мы сейчас изучим, это мы построим. Дома у нас хватает, скоро там принять решение. Четыре взрослых, хватает места еще пока что у нас. Так, смотрим, что мы сюда можем. Тут будут больнички, здесь у нас тоже будут больнички. В будущем, если нам надо будет. Так, дальше. Вот это мне надо как-то переместить, знаешь, дружище, вот сюда. Давай сюда иди. Вырубай этот лес, чтобы... Мы по максимуму использовали его возможности. Так, ладно. Дальше, что у нас там по изучению? Скоро будет уже готово. Так, школа у нас не нужна. Так, что тут еще у нас интересно? Банька у нас есть. Ворота есть, радар мы построили. Аванпост, ну, нам не нужен, мне по большому счету. Вообще, я считаю, что это ненужное сооружение. Не, ну, с одной стороны, поначалу, когда не было машин, тогда был, да, это было клево, это было нужно. А сейчас, это, так как этого нету, сейчас у нас есть машины. И так, значит, друзья, вот сюда и поставим арену. Хоть с ним потеряем мы деревья, ничего страшного. Но довольно-таки большой такой. Пусть стоит арена здесь. А то, что осталось здесь, пусть вырубит, и будет все отлично. Так, что здесь по исследованиям у нас, друзья? У нас почти что вся карта тоже открыта. Люди, да, уже, я уже не добываю этого, потому что науки у меня просто слишком много. И мне она не нужна, по большому счету. Ты куда направлялся? Домой? Домой. Давай, так, ты что? А, ты в машину шла. Окей, в машину идешь. Значит, друзья, я буду всех домой отсылать. Вернуть в колонию. Ну ладно, этого еще пусть откроет территорию, потому что, ну... Тут уже по большому счету у нас ничего не осталось. Вернуть в колонию. Дяденька, ну ты тоже будешь пока что открывать. А что, машина уехала, да? Не, ну машина не уехала, ты как-то, наверное, пешком остался здесь один. Ладно, черт с ним. Ты в машину. И едешь сюда. Оставим парочку, чтобы чисто открыть карту. Могу вылезть еще? Нет, не могу, нет, не хватает очков действия. Ладно, черт с ним.
Так, что сейчас аренды не хватает? Бетон? Есть бетон? Доски? Не... Ага, металл нужен, блин. Ну вот я говорил, что с металлом проблемы. Ну черт с ним, мы сейчас металл-то добудем, это будет довольно-таки быстро. А почему металлом проблемы? А, понял. Так, тепличка. Мы будем здесь усаживать что? Ну давай будем кукурузу, что ли. А здесь у нас будем, что будем усаживать? Капусточку или картошечку. Не, давай картошечку. Так, здесь у нас будут личиночки. Это что? Малый мучной червь. Окей, давай, допустим. Дальше. Кузнечик. Окей. А что здесь? На, металл еще несут. Аномально... Посевы гибнут. Ай-яй-яй. Я чё-то не... А как это они гибнут? А почему эти не гибнут? Картошка не гибнет. Алён, подсолнухи, капуста и пшеница. Окей. А кукуруза не дохнет. Вот интересно. Специалисты готовы. Дайте уж домой отправил. А ты что делал? А, добывал тут эти лесики. Ладно, ты будешь пока что здесь лазить. Черт с тобой. Так, как это дядю я пропустил? Конденсатор соберешь, что с конденсатором у нас проблема. Тогда, а, друзья, по статистике, да, ты же не показал вам, видите, у нас дней прожито 100, всего смертей 0, костров пережито 9, все пригрешили губ 17, и 17 групп остались живы. У нас есть что-то сломанное? Нет, есть что-то сломанное, а то что-то я и даже не проверил, или может быть что-то сломанное еще у нас тут находится. Вроде бы нет. Нет, все нормально. Все, чики-пуки, нормально, отлично. Назад. Так, вода, вода, хорошо. Тут что такое? Опять же, металла не хватает, да? Ну, что ты держать, что тут пока что металла у нас нет, мы сейчас сделаем такое дело. Так, что ты производишь? Здесь металл производится. Давай, посмотри, что у тебя с металлом. Металл, сколько ты хочешь за металл? 212. Окей, я тебе продам, знаешь, дружище, вот детали. Они очень дорогие. Ты мне еще заплатишь 1200, ебать копать. Красавчик. Окей, назад. На закрыть. Что еще у тебя здесь есть? Может, у вас тоже металл есть? Что-то я с металлом просчитался, молись. Так, хорошо, ладно, нету здесь у него. Нету ничего. Колония это. Так, что у нас здесь есть? Тоже ни черта нету. Закрыть, назад. Закрыть, я говорю, ёпты. Госпиталь, но там у нас уже только лекарства по большому счету. Ну вот, йодный анти... Вот это можно приобрести. 400, блин, дорого нам. Нам пластик продадим. У нас пластика много. Так, сколько там? 1000, да? Давай соточку тебе скинем. Они мне еще 400 заплатят, красавчики. Ладно. С торговлей, конечно, надо поработать, смотреть, потому что, ну, как-то очень... У нас, смотрите, 5000, да, будет уже 7000. Как-то так. Личиночная ферма готова. Хорошо. Так, энергия 76 у нас еще так. Дальше. Кузнечик есть вот это мучной червь. Это личинка. Окей, пусть она растет. И там желтая, это там оранжевая какая-то, блин. Вот, ребенок уже подрос один, отлично. Так, дальше. Арена сейчас строится. У нас металл нужен, да, им нужен металл. Ну, сейчас металл скоро приедет. Это не проблема. Вот это посеву просто до... Вот этого не было раньше. У нас пока вода была. У нас все было хорошо. Видите? Не, ну красиво, красиво, конечно, сделали. Что просто уничтожают наши посевы. Но это не... Это плохо, с одной стороны. Но, с другой стороны, логично. Текс.
Хорошо. Да, насчет нового обновления, друзья, у нас получается там, как я уже говорил, да, будут мутанты, какие-то, блин, животные какие-то бешеные, да, у нас появляться. Будут нас атаковать какие-то группы бандитов. Я еще точно не знаю насчет оружия. Будут какие-то, наверное, оружейные эти, как его, станки, которые надо будет строить, и мы будем делать какое-то оружие. Я надеюсь, конечно, то, чем будем с копьями, блин, с ними бороться, я не знаю. Что-то как-то должно быть логично это все дело, да? Вот, какие-то оружия, там какие-то стрелы, лук, блин, ну, не знаю, что такое примитивное, потому что, ну, люди считают, что конец света какой-то наступил по большому счету, да, апокалипсис. Ну что-то должно-то остаться по большому счету. С чем воевать, как говорится. Я думаю, скорее всего, они придумают какие-то цехи по производству оружия. Я так надеюсь. Но это не факт, это и не точно. Но я так думаю. Пока что мы не ошибались по поводу этого, что мы как-то все ожидали, то они по большому счету и выполняют. Такое говорит, то, что как будто не слушают меня и ну, смотрят меня и... Да, все-таки надо вести такое что-то, надо, да. Он правду говорит. Ну, не знаю. Может быть, большинство людей так об этом думает, так, наверное, что добавить. Потому что кому нравятся такие Survivor игры с градостроительной системой, да, однозначно у них такие же самые впечатления по поводу этого дела и ожидания насчет этой игрушки. Ну вот. Так, иди ты в баню. Давай, сколько уже заканчивается? У тебя жара уже меня бесит, она. У меня все посевы убиты уже просто. Так, исследование извращено. И кулинарные технологии. На кухне не место хаоса, огромное припасное технологическим кратом. Ну, все. И по большому счету у нас, друзья, вся ветка. Полностью все ветки изучены, да? Изучены полностью все ветки. Отлично. Отлично. Просто шикарно. Сейчас я построим кухню. Сейчас мы построим кухню. Сейчас я построю кухню. Мы сейчас построим кухню. Где кухня? Ну, у нас с металлом. Как у нас с металлом? Да, проблемы с металлом. Столовым нам нужно построить. Блять, у нас еще пекарня есть, ехали. Как так? Я ж про пекарню совсем забыл. Итак, значит, друзья, нам надо направить этих пацанов. Где вы там работаете? Переместить рабочую зону. Уменьшим, чтобы только концентрировались на этой части. Сейчас построим столовую. Так, я думаю, что мне здесь не надо будет так много больничек. Мы сейчас сделаем такую вот фишку. А хер с два не получится, да? Ну ладно, так сделаем. Так сделаем. А, все нормально, соединили. И сюда я хочу поставить. Мне нужно одну мельницу, больше не надо, потому что она довольно-таки много производит пищи, это бишь муки. Одной полностью нам достаточно будет. И мы ее поставим вот куда-нибудь с банькой рядом, где-то, что нам, место, чтобы экономить. Ну и саму пекарню нам, пекарню нам нужно, по крайней мере, я думаю, что штуки две. Дабы у нас было все шикарно. Блин, не залезть, ты, наверное, на вторая, да? Попроверим. Блин, мне кажется, не залез. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, здесь на так и можем засунуть. Отмена. Отмена. Так, подожди, что я хотел сделать? А. Давай попробуем такую демо сделать. Это удлинить. Так, это сделаем вот так. Не знаю, мне нравится. Дороги должно быть. Все должно быть эргономично. Так, где наша мельница? Если мы сюда поставим, у нас будет какая-то дырка здесь. Тут мы не можем поставить. Там не получится сюда поставить нам. А если мы поставим вот сюда ее? Одну сюда. Блин. Кухонка, блин, сколько ты занимаешь места? Бля, не получится опять же. Ну ладно. Все с ним. А если мы это еще вот сюда, например, по идее, может быть, залезет? Да, залезло. Три пекарни нам. Кухонку мы поставим сюда. Две. Одну. Блин. Не, значит, друзья, сюда столовую поставим, значит, сюда столовая. По идее, должна влезть. Ух ты, блядь. Она бы влезла, если не в это вот, не эта пекарня, отмена. Блин, блинский. Иди сюда, где там пекарня, столовая.
Столовые лучше крафтить, делать, чем пекарни. А сюда что-нибудь засунуть еще можно. А что мы можем сюда засунуть? Так, что такое? Дайте волокно. Ладно, просрало, просрало. Хижина рыбака, так, среднее поле. Так, что у нас еще можно, по идее, тут? Можно, значит, друзья, поставить сюда. Сейчас, подожди. Нет, не, ой, не то, блин. Что же я полез не в ту степь, блядь. Ты, конечно, только не положено. Вот, памятник хотел поставить сюда, вот так. И памятнику рядом вот такие цветочки. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик, как говорится, погулять. А сюда мы можем еще засунуть такую вот фишечку. Вот такую фишечку. На. И сюда. Так, где красота наша? Где наша красота? Подожди, блин. Дерево. Нет, дерево-то большое дерево. Нам нужно маленькое дерево. Где маленькое дерево? Вот маленькое дерево. Раз, блядь. О, что ж такое? Ну и куст поставим какой-нибудь вот сюда. А после куста мы поставим вот такую вот фишечку. Вот так, отлично. Что, работников у нас нету? Ах ты жопа. Так, хорошо, у нас так, это уже построили, молодцы. Так, значит, делаем так, дорогу протаскиваем. Протаскиваем дорогу, друзья. Отлично. Дальше. Чтобы у нас было все красивенько, по максимуму. Ставим, можно поставить все сюда? Вот так. Блин. Отмена. Сюда дорогу протащить надо. Дорогу. Отлично. Торговый караван приехал. 14 металла нам привез. Так, столовая. А что ты делаешь, кстати? Выбрать рацион. Овощной рацион. Хорошо, ладно, допустим. Ты будешь делать у нас смешанный рацион. А кухонька будет делать что у нас? Ты будешь делать мясной рацион. Нам надо еще одну кухонку построить, чтобы она делала, ну, с тараканов этих, блядь. Так, а куда мы... Куда тоже сюда засунуть его? Кухонка. Даже может столовую получится засунуть. Да. Отлично, столовая. Все, блин, у нас тут просто три столовые, две кухонки, блин. Вообще бомбезно. Ворота пошли бандиты, блин, что вы хотите от меня? 16 металла, 5 аптечек. Давай бандитам заплатим один, возьмем колонист плюс один. Нормально. Так, хлебушек производится уже, да? Да, у нас мука уже есть, и сейчас будет хлебушек производиться уже. Сейчас посмотрим, появится хлебушек, ну давай хлебушек. Ну вот же, жарится уже. Печется, вернее, не жарится. Печется хлебушек, друзья, хлебушек печется. Здесь все работает в полном объеме. Тут у нас еще будут больнички, как уже говорил. Да, что у нас еще осталось по строительству? Это у нас здесь, да? Нет, подожди, нет, вот это здесь. Кинотеатр, игровые автоматы кинотеатра поставим. Я хотел его сюда поставить вообще, но, блин, нету места. Ну и тут когда это уберут, эту гадость. 28 еще. Так. Ладно, тогда поставим сюда кинотеатр. Отлично. Да, смотри, они по короткой дорожке, все бегают, все отлично, все, вот что, блин, бомбезно. Все замечательно. С энергией у нас 58. Надо построить еще, думаю, парочку. В связи с тем, что у нас будет сейчас еще пару строений, которые довольно-таки много энергии потребляют. Так, ну это будет проблематично. У нас с металлом так проблемы, блин. Пока что. Сколько здесь металла требуется? 20 металла требуется. Ладно, раз,
Два. Эту поставим на паузу. Пусть стоит, пусть делает один. Давайте все на паузу поставим пока что. Пусть только... Посмотрим, если надо будет еще, тогда мы еще добавим. Так, что у нас со складами? Все со складами, все нормально. Здесь у нас все тут дерутся, все отлично. Хлебушек печется. Все замечательно. Работников не хватает, как обычно, блин. Так, все лечатся. Здесь на что? Мясной рацион, мясной рацион. А что здесь? Смешанный рацион. А где еще одна кухонка? Подожди. А, вот она строится. Тут у нас был этот его. Жуки, блядь, всякие букашки или кузнечки там были. Подожди, подожди. Да, кузнечики нужны. Подожди, подожди. У нас кузнечики только пройдут в одном месте, да? Блин, это плохо. Не знали, хватит кузнечиков. Подожди, что вы делаете? Мучные черви, а это что? Малые мучные черви. Рост низкий, большой. Средний, средний. Короче, это меняем мы на потом кузнечиков. Так, нам бы еще пару домов поставить, потому что я чувствую, что мы уже приближаемся к критической норме. То, что... Так, тихо, блин, как тут нету дров тебе? Ну вот, у тебя целая куча дров, иди руби. А здесь все есть дрова у вас, пацаны? Здесь тоже нет дров. Ой, блядь, тут уже вот сюда надо пусть идет работать. Вот, ну где-то сюда давай увеличим. Можем увеличить или тоже максимально? Отлично. Так, что у тебя здесь тоже где-то не хватает? Что-то я видел, что-то тут тоже было. Неладно, ну ладно, не вижу. Построил я могильник, а смысла от него нету, блин, по большому счету, потому что у нас... Ноль. Фургон, торговый фургон. Плюс так, кукурузы у нас нету. Зерно у нас есть, подсолнухи. Так, доски у нас есть, инструменты. Мне ничего не надо. Такс. Дома хочу построить еще парочку. Ну, пока это вот гадость уберут. Скоро сейчас должны убрать. Сюда мы построим. У нас тут кинотеатр уже работает, да? Да, кинотеатр уже работает. Все убрали. Так, а ночи идем. Ставим новую точку очистки зоны. Надо работать здесь. Так. И сейчас нам нужно построить дома, друзья. Дома надо построить. Я, в первую очередь я хочу протянуть тебя эту дорогу, дабы экономить все это лишнее пространство. Тут можно, конечно, построить дорогу, ой, деревья посадить. Ну, я озеленением не люблю заниматься. Я думаю, что это вообще бессмысленная трата ресурсов. Блин, какие озеленения, блин, когда тут апокалипсис происходит в мире, да? Озеленение. Так, хорошо, домики есть. Так, значит, что мы здесь сделаем? Мы еще здесь сделаем вот такую фишку. Это, по большому счету, можно убить, уничтожить. Вот это, вот это, вот это. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Нам это не нужно. А сюда мы можем еще парочку домов забубенить. Но, по большому счету, они уже не нужны. Так, сейчас дальше, да? Отсюда так, отсюда... А это что такое? Дом? Почему ты дом? Ай, отмена. Отмена. Я не хочу дом. Мне так уже, блин, достаточно, блин, естественного приплода, блин. А вы тут еще с детьми хотите мне, домами тут строить. Так, да. Коммунальное жилье. Коммунальное жилье, вот что мне надо. Раз. Два. Три. Четыре. Ну вот и все. И я думаю, что нам больше домов не понадобится. По крайней мере, в этом обновлении. Я надеюсь, что это обновление, сохранение будет работать в дальнейшем, да? Так, это будет... Так, у нас уже минус энергия идет. Так, хорошо. Значит, нам надо построить. Остановлено. Остановлено. Поехали. Значит, здесь делаем паузу, 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 чтобы металл сюда не таскали. Неужели натаскали, наверное, да? Да, блин, неужели натаскали целую кучу металла. А он сейчас с досками проблем. А, ну да, потому что я же, блин. Так, ну давай еще одну пилораму построим. Где у нас тут есть место? Много дров. Вот здесь.
Пилорама. У вас пилорама, вот она. А как я так строил здесь? Химкомбинат, интересно, но... Давай приоритет. Высокие. Доски, блин, доски, нам нужны доски. Отлично. Так, колония. Так, сколько еще детей растет? Еще 6 детей растет. Так, что у нас с энергией? На нас 38 тысяч, у нас же, блядь, я забыл про то. У нас же солнечный дрейф включили, сейчас все было нормально. Так, кто здесь? Стой здесь, стой здесь. Так, тут все хорошо. Еще палочку металла принести, и все. И будет все бомбезно. Седой у нас все отлично. Хлебушек уже есть, кукурузка, мучные черви, свечки есть. У нас все хорошо. И кухонки все работают, да? А тут мяско. Здесь тоже ждут дрова. А что с дровами? Дрова есть, но так очень мало. Блин. Потому что я не проследил за этим делом, что, ну, типа, они не крафтили. О, не добывали его. Так, кстати, что у нас здесь? Я что-то тут, блин, как-то забыл про них. Опа, здрасте. Кто это? Что это за таун у нас еще один? Хлебушек, какие-то конфеты. Синтаун. Для одних это место гнездо разврата, для других сад земных наслаждений. Выпустите пар на турбину мясного колизея и подбирайте... Угу, я понял. Какой-то притон, блин. Протеиновые батончики, друзья. Что это такое вообще? Протеиновые батончики, смотри. Давай возьмем. Берем вот себе 500. А у нас... Что у нас? Много бетона? Много, да? Давай бетона подадим им. 200, например. Нам еще дадут 800. Все отлично. Больше чего себе другого? Какой-то мед там, не знаю, что-то там. Хлеб. Но хлеб уже самих есть. А, хорошо. Ай, блин, надо же было это добрать до конца. Ладно, ты прыгай в машину, едешь открывать территорию. Они уже пришли домой. Ясно, хорошо. Пусть они там и сидят. Отлично. Текс. Дома, так, дома построились. Так, что у нас с электричеством? Строится, строится. Так, есть металл, есть металл. Все, можно запускать производство этого. Не то, что производство запускать. А почему это еще не убрали? Не понял, алё. Так, что у меня еще осталось? У меня остался еще... Игровые автоматы. Вот что у нас осталось еще. Ну, сколько такое более нежное место, куда его засунуть. Вот. Игровые автоматы. Замечательно. Да, надо срочно это достроить. Даже, наверное, скорее еще надо будет еще парочку строить. Ну да ладно. Потому что солнечные батареи не упали. Ну ладно, у нас 38 тысяч. Просто изи. Изи. Запускаем. Две штуки пока что. Ну давай строить уже. А, машина починить. Отправим пацанов. Замечательно. Так, арена есть, все есть. И да, производится. Библиотека работает. Все шикарно. Лечевая болезнь 0. Смотри, набой 10. Вот мои товарищи. Лечевая болезнь 0. Усталость 6. Ну что ж, друзья, надо работать. Ну что ж делать. А тут еще, считай, у нас что-то недостроено, да? Ну давай еще. Врубим водичку, чтобы она делалась. У нас сколько? 53. Это еще добавится куча целая. Так, с энергией у нас 42. Сейчас идет плюсом, потому что солнечные батарейки заработали, да? У нас, к сожалению, не было никакой молнии, так что мы не могли зачинить эти вещи, как это работает, да, молния пробы, да, молния пробы, да, здесь их сломать можно. Вот. Ну что ж поделать. Ну, может, не в этой серии, в следующей серии получится, то в следующем обновлении. Только я очень надеюсь, что не надо будет все заново начинать, очень. Я хочу просто огромную колонию сделать, потому что предыдущая, она надо было, потому что иначе мы не могли, как говорится, получить направление колонии, как мы будем все развивать, да? Пришлось нам начинать сначала.
Я, конечно, надеюсь, что в будущем они сделают такую систему, как апгрейд домов, а не надо будет строить, например, определенные дома, да, типа ради какого-то другого. Ну, чтобы заапгрейдить, может, дом устроить, да? И как-то контролировать более популяцию вообще человека, там, не знаю, там, выдавать какие-то законы, там, блядь, знаешь, как в Тропико. Закон там на, блядь, размножение, там, нельзя, на контрацептивы и так далее, и тому подобное. Потому что сейчас ты вообще не влияешь ни на что там, ты просто... Просто оно есть, да? Ты просто видишь, что-нибудь там работает и все. Так, переместить рабочую зону. Просто охватываем огромную территорию сразу. Блять, она опять нормальная жара. Через 3 дня. Значит, так, что делаем? Мы в первую очередь берем так, собрать. Собрать. Тут, чтобы мы не потеряли. То бишь, по большому счету, пытаться убрать все, что возможно. Картохан. У нас есть 3 дня на то, чтобы это все предотвратить. Так, это что здесь? Почему тут ничего не строится? Так, кажется, по большому счету мы все построили, кроме аванпоста. Ну, аванпост, я говорю, друзья, я не знаю, смысл не вообще этого аванпоста. В начале игры, да, у нее есть нет смысл, но в дальнейшем просто машины есть, эти вообще, не знаю, в моем плане вообще как-то, блядь, беспонтовый, что ли. Так, вот что могли быть. Сколько у нас с водой? Что у нас с водой? 5300, а вот таких можем поставить парочку. Раз. Ага. Два. Максимум места использовать, куда можно было бы это все засунуть. О, три. Нормально. Замечательно. Все супер. Ну, с дровами, да, сейчас какие-то проблемы начали. Что-то я не понимаю. Обычно таких проблем с дровами не было у нас. Ну, не с дровами, с досками. Перевести рабочую зону. А, не убрали это все, да? Молодцы. Так, что тут еще можно убрать? Что-то, чтобы нам тут поменьше люди заражались. Ёпты. И опять же, даже тоже, я думаю, окей, хорошо, мы можем продавать радиоактивные отходы, только, ну, смысл, а что с ними делать? Как можем их использовать? Без понятия, друзья. Здесь это тоже как-то подфиксят, чтобы там мы как-то понимали, что вообще происходит и как это вообще, что делать вообще. Так, что с одеждой? У нас инструменты, так, инструментами нас как-то напряжно, но все не работает, все окей. 50, 72, нормально. Ну, скажу так, друзья, довольно-таки, блядь, обширная база у нас получилась. Колония, не база. С водой у нас еще проблем сейчас не должно быть. У нас 5300 баланса. Так, что у нас здесь полный, так. А что с скрытым складом? Ну, это вообще не заполняется, блядь. 46% только. Так, ветряк закончен. Отлично. Так, что у нас? Нам нужно, короче, еще, значит, друзья, построить на будущее. Или если нам получится использовать это обновление. Молниеотвод еще один надо построить вот сюда, да? И дорогу протащим. У нас, короче, здесь получается, блин, электростанция, подстанция, блин, знаю, тут все у нас будет с электричеством связано. Так что тебе надо здесь, кстати? А, ему досок не нужно. Опа, конденсатор надо, опа. Сейчас, знаешь, что делаем? Конденсатор здесь производится в парочку, в селениях. Можем там за дешевку это все взять. Вот, за 400 можем им продать, там, не знаю, что там можем продать ему. У нас очень боб этих соевых, этих арахиса много. И соевых бобов очень просто. Смотри, просто смотри, какие деньги за него получим. Да, то есть будем так долго, много не будем продавать. Давай там продадим 180, например. О, ёпта, что ты прыгаешь? Да, все, забей. Мы еще получим 900 баксов. Так, дальше что у нас еще где-то есть? Вот еще здесь производится торговля. Комплектующие берем. Окей. И продадим тебя еще опять же бобы. У нас вас очень много. Сотку. И нам еще 2200 дадут нам. Замечательно. Назад, все. Где-то у нас еще были, кто-то гулял по миру с этими запчастями. Вот, чувак этот. Значит, дружище, мы тебя скоро домой будем отправлять уже. Тут уже почти что все открыл.
Здесь кто-то рядом у тебя. Нет, никого рядом нет. Но он, ты, значит, не скоро домой пойдешь. А ну вот еще чувак есть. Да, отлично. А ты где? Тебе еще осталось одна это. Бля, тут еще. А, ну этот будет проверять те. Значит, окей. Это ты в центре, ты в центре, ты в центре, ты в центре. Да, окей, хорошо. Ладно. Жаль, что мы сами не можем это производить. Это, блин, бесит меня, раздражает. Ну ладно, это мелочи жизни пока что, как говорится. Кекс. Ну, кейчики, друзички, друзья, короче, получается так, что мы построили все, что возможно, мы сделали все, что нам требуется в этом обновлении. Так что, друзья, если есть какие-то вопросики, советики по поводу игрушки, не стесняйтесь. Что, блядь? Пришел такой специалист. Не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, отвечу обязательно. И еще раз большое спасибо за вашу поддержку, друзья, вы просто суперские. Так что, друзья, ждем шестое обновление. И уже будем тогда оттуда отталкиваться, как у нас получится с этим сохранением. Так что, друзья, всем большое спасибо. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, нажмите лайчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение на новых видео. А на сегодня, друзья, всем прощаюсь, всем вам доброго и пока-пока.